Хоу-хоу! Сегодня мы с вами будем рисовать новогоднего медведя. Этого медведя очень просто нарисовать. Рисуем такие вот как елочки. Вот до сюда. Здесь у нас шапочка. Вот. Закругление рисуем. И здесь будет рисунок вот такой. Далее с этой стороны рисуем также. Такие вот штучки. Шерсть это у него такая. На морде. Мы ему сейчас мордочку рисуем. И рисуем кофту. И вниз просто прорисован. Это у него будет кофта. Далее мы нарисуем вот здесь вот ушки. Одно ухо идет вот отсюда вот. И другое вот отсюда. Также я рисую. И следующее. Те же самые глазки. Один. Другой. Носик. И ротик улыбающийся. Здесь он будет щечки такие. С одной и с другой стороны. Такой у нас получился медвежонок, а вы подписывайтесь. Обходим нашего медведя синим цветом. Всего. Ушки мы обходим. Начинаем мордочку отводить. Вот мы обвели, теперь я закрашу шляпу красным цветом. Сначала сделаем такие вот узоры. Мы их разукрашу не будем, они белые останутся. С другой стороны. Остальное все мы разукрасим шляпу красным цветом. Также вот здесь сделаем такие же узоры. Так вот, остальное красим красным цветом.
если сделаем более красный. И вот здесь делаем аппетитный цвет. Я помою, раскрасила, теперь раскрасываю кофточку таким же цветом. Вот эти места мы ставим белым. Сначала так сделаем. Теперь разукрашиваю все это красным цветом. Здесь красим голубеньким цветом. Шапку тоже голубеньким цветом красим. Я еще добавила вот таких вот блесток сюда. Подписываемся.